Представлены смартфоны LG G8 FinQ и G8 S FinQ с фронтальной камерой 2F и SoC Snapdragon 855. Помимо топового смартфона V50 FinQ 5G с поддержкой сотовых сетей 5-го поколения, LG приготовила к выставке МВК 2019 еще две новинки – смартфоны G8 FinQ и G8 S FinQ. Эти модели тоже построены на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 и имеют по 6 гигабайтам оперативной памяти. Что же касается различий, то они обусловлены размерами экранов, камерами и емкостью аккумуляторных батарей. Так, LG G8 FinQ оснащен дисплеем AMOLED диагональю 6,1 дюйма разрешением 3120 на 1440 пикселей, аккумулятором емкостью 3500 метров, HA и тройной камерой с датчиками разрешением 12, 12 и 16 мп, с первым соединен объектив с диафрагмой f1.5, со вторым – широкоугольный объектив с диафрагмой f1.9, с третьим – телеобъектив с диафрагмой f2.4, также в камере реализована оптическая стабилизация. Интересно, что на некоторых рынках G8 FinQ появится с двойной основной камерой. G8 S FinQ получил экран OLED большей диагонали, но меньшего разрешения – 6,2 дюйма и 2248 на 1080 пикселей, аккумулятор емкостью 3550 метров, HA и тройную камеру с датчиками разрешением 12, 12 и 13 мп, объективы использованы те же, оптическая стабилизация присутствует. Особенностью обеих моделей является фронтальная камера, состоящая из обычного модуля с датчиком разрешением 8 мп и времяпролетной камеры 2F. Последняя используется для разблокировки смартфона по сосудистому рисунку руки, Hand ID, или по объемной модели лица, Face Unlock, а также для управления смартфоном при помощи жестов, Air Motion. С помощью жестов, не касаясь дисплея, можно совершать звонки, увеличивать или уменьшать громкость, делать снимки экрана и так далее. Смартфоны спереди и сзади оформлены закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Защищены в соответствии со степенью IP68 и отвечают требованиям американского военного стандарта MIL STT810G. Перечень характеристик дополняет беспроводная зарядка, стереофонические громкоговорители, стандартный разъем для наушников и порт USB 3.1 Type-C, сканер отпечатков пальцев, размещенный на тыльной панели. Габариты и масса LG G8 FinQ – 151,9 на 71,8 на 8,4 мм. Смартфоны поступят в продажу в следующем квартале, цены пока не объявлены.